Добрый день! Добрый день еще раз всем гостям моего канала. Добрый день моим подписчикам. Сегодня я с таким вот обзором наконец-то связанного моего пледа. Вязала я его очень долго, как говорится, быстро дело сказывается, но не быстро делается, можно перефразировать пословицу. Потому что мне показалось, что это очень быстро будет, но вот пока я навязала вот эти квадратики, вот. Из них я связала большой квадрат, который состоит из четырех маленьких вот таких. И у меня итого получилось 4 квадрата. Он получился плед квадратный 4 на 4. Итого получилось 64 вот таких маленьких квадратиков. Полностью я покажу сейчас, приложу фотографии этого пледа. Вязала я его из пряжи Ализе Cotton Gold в 100 граммах пряжи 330 метров. Полностью это хлопок. И вязала крючком 3,5. Неправильно сказала, извините, 55% хлопка и 45% акрила. Когда я соединила все квадраты, у меня есть видео, как я соединяла квадраты. Я вам дам ссылочку под этим видео. Я сделала обвязку, вот такую обвязку. Обвязку делала по схеме. И по размерам у меня получился плед 1,65 м на 1,65 м, то есть квадратный плед. И далее я приложу фотографии, все ссылочки тоже дам в конце видео, как я вязала, и приложу фотографии готового изделия. Благодарю всех за внимание, благодарю за ваши комментарии, за ваши лайки. Заходите на мой канал и до новых встреч!